Олимпийские чемпионы Тесса Верчо и Скотт Мойер, обладатели, теперь уже экс-обладатели мирового рекорда за короткий танец, который держался фактически 5 минут до того, как мы узнали оценки за вчерашний короткий танец Мэрил и Чарли. Произвольная программа канадского дуэта Тесса Верчо и Скотт Мойер. И вновь покоряют залы Тесса Верчо и Скотт Мойер. Все же крайне любопытно, будет ли эта программа финальной точкой их карьеры, или, может быть, еще покатаются. Спортсмены-то великие, танцоры от бога.
Вроде бы как много говорилось о том, что эта программа на музыку Александра Глазунова и Александра Скрябина является такой квинтэссенцией их карьеры и показывает, собственно, все, что происходило с Тессой и Скоттом за их длинную и очень успешную спортивную жизнь. Но откатали от души. Откатали так, что слезы на глаза, конечно, наворачиваются. Пусть, к сожалению, первые, наверное, 2-3 минуты их проката, где-то до половины примерно, никак не могла выйти из головы неудача наших спортсменов, и потому восприятие было не таким, как, возможно, оно могло бы быть, или как оно отразилось на японской публике, которая не так переживает за российских спортсменов, как мы с вами. Но в целом, конечно, гениальный. Ничего тут не скажешь. Тесса со Скоттом. Феноменальное выступление. И борьба за золото продолжается. 7 сотых балла. Разница, которая была между канадским и американским дуэтами после короткого проката, это ничто. Это не просто не считается. Это отсутствие какой-либо разницы. И она повлияла только лишь на стартовый номер Тессы и Скотта Мэрилы Чарли. И, естественно, все будет решаться и вполне возможно лишиться какими-то там сотыми долями балла, как это было в коротком танце. Великолепно, шедеврально. Я не могу подобрать массы эпитетов, потому что эмоции зашкаливают. Тесса со Скоттом набирают форму. Набирают форму. И то, что было на этапе, когда они всего ничего выиграли у Вивер-Поже, сегодня, безусловно, не повторится. Все же пропасть между этими спортсменами и аргентинская танго, которую продемонстрировали Кейтлин и Эндрю, не сыграла на фоне вот таких великолепных тестов спорта. Hello everybody, in Lucian, Ontario. Quinny, Charlotte. Личный рекорд Тессы Вирчу Скотта Муэра и за произвольную программу. И, разумеется, по сумме 5 баллов они выигрывают у самих себя образца 2013 года, образца чемпионата мира, где они набрали 185,4 балла. 190